Это по-любому, или автошот, или АИМ. Ну не, не, АИМ бы там сразу моментальный голос, но потом. Ну просто смотри, он. Ну, может у него так реакция, что он без смены меняет оружие, у него так быстро все, оно меняется. Это опять альфа. Перед ЦК есть два. Ну, короче, как минимум точно странно, с чем-то он играет. Зашли много ЦК, но еще никто не слышит. Блин, там этот. Хорош что. Я, наверное, сейчас офнусь после игры, спать хочу. Ай, сука! Ты их записываешь? Ну сейчас, видишь? Он не убил. Да. Начало миссии. И смысл писать видео? Один под бету из ЦК ушел. Бету. Перед ЦК один. Минус. А, ЦК. Я же сказал, прошли. ЦК идет. А он рядовый. Раз ты сказал, я уже умер. Зонты. Бомба была установлена. Меня сунул. Став, привет. Не попал, ладно. Вот он сейчас спалился. Его не видно было, он прям на него вышел. Видно, видно, там-то я коленки видел. Бомба. Но он стоял, я за ним следил, его не видно было с его позиции. Миссия успешна. Начало миссии. Ну потом, наверное, видео посмотрю тоже запишу. Один я ничего не пишу. Не, ну для интереса, да. Ну и смысл от этого видео? Вы забаните его? Нет, нет. Просто пересмотреть, ну вдруг это реально силовой парень поучится чему-то. С видео ты ничего не научишься. Да ладно. Ты можешь только хуйней страдать, как я. Еще один. Б1, да, понятно. А, тут еще Шеми. Шеми там. Да. Вышел один Шеми. У меня красный альфа был. Спрыгнул один. Широко. Бля, не попал. Бомба была установлена. Куда он смотрит, скажи мне? Он сейчас смотрит на план. Я говорю, куда он смотрит? Нет, он сейчас вот когда там чел был на этот, в нычке, он туда не смотрит еще до того, как он высунулся оттуда. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Мне кажется, может у него еще наушники профессиональные, так настолько профессиональные, что у него слышно там, что на респе против балов. Много Б, фаст Б. Игорь вообще-то тоже с мегалодом, блять, с мегалодонами всю карту слышит. Попадание в голову. Дорога еще играет? Ни одной пули не промахнулся кому-то. Это что-то типа автошота. Может, это на вот тоже какой-нибудь. Как на Xbox, да? Чё? Окей. Чё типа? Фаст Б, фаст Б. Заебали они со своим Б. Много Б, я тут вообще ничего не сверху. Семёр, спрыгнул один, спрыгнул.
Ебать, я не попал. Была установлена. Ай, блядь. Прыгай, бам, кого? Ну да, я и говорю. Вот такие вы, да? Ладно, садись. Все-таки отдался. На одного затащил. А, возможно, все-таки своего подозреваешь кого-нибудь. А, он ушел спать уже. Да я сейчас спать пойду, я устал за сегодня. С 12 играю. Да что такое, никак второй не могу голову. Еще вино перед дверями. Всё, один в один. Он все заткнулись. Ставлю на фанты. Фэн... Блядь, как у него ник написан, хуёво? Фэнтези. Он неправильно написан. Заткнитесь! Все, нахуй. Устафа тоже неправильно на них написан. Правильно. Да заткнитесь! А, разве? Я даже прочекаю. Став правильно написан, если став имеется в виду штаб. Начало миссии. Это альфа. О, Ренино побежал просто так вперед. Просто он. Да. Он просто так бежит. Альфа, короче. Он просто спортом занимается, что вы от него хотите? Да стой, я в него не попасть не могу. Блин. Попал. Дикость какая-то происходит у вас. Это он типа не спалился сейчас. Сейчас затащи, смотри. Бах в голову, ну. Лол. Начало миссии. Он же там, он говорил, что дохуя богатый, еще не задонец. Перецка. Опять альфа, сука, нахуй, пидоры. Бомба Черт. Была установлена. Не интересно. И минус 5 сделать. Начало миссии. Я бы ухуелся сейчас, он бы телепортнулся и всем по головам пятером. Да нахрена ты, дурак. Фастба, фастба. Арка есть. Арка, да. Узкая. Бакло. Спрыгнул один. Бомба была установлена. Бухло зашел. Что за лагло? Подожди, я иду. Двое бухли. Суки, пидоры. У
Я со снайпой не играл 2 года, что ты от меня хочешь? Так, блядь. Шеми, давай ты не будешь. Начало миссии. Заебись, затяжка. Бензика! И Б зашли, и Б зашли. Б зашли уже. Я уже знаю, что у нас то можно, а вам нельзя. Вот Шеми прописывает. Бомба была. Крыса ебучая. Победила красная команда.